На запад штата Нью-Йорк обрушился сильный снегопад и метель. Это принесло сильные порывы ветра и сугробы. И вынудило миллионы жителей оставаться дома, сообщают зарубежные СМИ. Сильный мокрый снег, начавшийся еще аж вечером 17 ноября, наблюдался в нескольких городах США, прилегающих к Онтарио и озеру Эри. И продолжает идти, не утихая, и сейчас 19 ноября. Дороги в регионе были перекрыты, в том числе на некоторых участках коммерческое движение. Посещение школ и другие общественные мероприятия были отменены. Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в районах Буффало и Уотертауна в связи с предстоящим снегопадом, закрыв участок автострады. На сегодняшний день, 19 ноября, было два случая смерти, связанных с остановкой сердца, которые случились из-за уборки снега. По данным flightaware.com, около 70% вылетающих рейсов были отменены в аэропорту Буффало. Жизнь в регионе почти парализована. Северо-восточные штаты продолжают заметать снегом. Уже намело сугробы высотой больше метра. Больше всего досталось штату Нью-Йорк. Во многих районах из-за снежной бури объявлено чрезвычайное положение. На автомобилях можно ездить только по специальному разрешению.